Ребят, всем привет! Вы на канале Smile Freddy, и сегодня мы с вами будем уборщиками снега. Привет, Таня! Привет, Смайл! Ну, давай будем разбирать. Смотри, сколько тут снега. Так, а что нужно делать? О, у меня пластиковая лопатка есть, смотри, реально. О, я заполняю свой рюкзак, что ли, или что? Подожди, что-то у меня ничего не заполняется. А, вот снег же, вот снег. Ха-ха-ха, вот снег. Ясно. Да, а вот же. Думал? Да, вот же сугробы, точно. Смотри, да, реально заполняется. Ничего себе. А, короче, можно просто мышку зажать и не кликать. Вот это хорошо, вот это я понимаю. А, кстати... Я автокликер поставил. Не, можно без автокликера. Просто зажми мышку и все. Так, окей, так собираем. Это наш рюкзак. Интересно, где здесь магазинчик? Я пока не понимаю. Ребят, перед просмотром, конечно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А я побежал в поиске, на поиске чего-нибудь. Кстати, вот этот снег почему-то я не могу подбирать. Нифига, у чувака уже экскаватор есть какой-то. Типа, офигеть, он снегоуборочная машина какую-то имеет уже у себя. Офигеть. А, как я понимаю, вон туда надо бежать. И там, скорее всего, у нас есть магазин. Вот. Это что это? Это инвентарь. Ну, когда разберемся. Инвентарь. 19 из 45, но у меня больше как бы не набирается. И пишет no to fig. А там нельзя. Там, видимо, слишком большие сугробы, да. И почему-то вот он в некоторых местах не собирает. Тут тачки какие-то. Я тут изучаю. Тут есть магазины. Вон беты есть. Это... А, во, лопатки, походу. Что такое? Все поняла. Мы только вот здесь по краешку пока можем убирать снег. Так, я, короче, знаешь что? Я хочу в магазинчик зайти. И там кэш. Как это продать? 300 мани? А сколько у меня мани? Давай я 300 мани сдоначу. Мне просто интересно. Тут такая еще и этот... все старенькое, все гуишки какие-то старенькие, ребят. Вот здесь. Я тоже не понимаю, как продать пока. Пока не понимаю. Я лопаточку взял себе другую. В общем, я сейчас посмотрю. Пластиковая? Подожди, в смысле? Я ее экипировал же. Оло. Экипируйся. Вот, все. Подожди, я ее экипировал и обратно убрал. Вот, все. Тейк. Все. Теперь у меня есть смо. Во, смотри, нифига. Во, вот это класс. Смотри, я бегаю вот так вот, собираю. Вот это уже классно. Уже ничего нажимать вообще не надо. А как продать? Где продать? Так, давайте попробуем разобраться. Вот, походу... А, нет, тут машины. А вот, может быть, вот сюда, смотри. Тут какая-то штука. Я не понимаю, реально, куда снег-то девать? Оло! Туда я не могу пройти. Может быть, вот здесь где-нибудь? Может быть, где пэты? Ой, тут у чувака вообще огонь какой-то. Огонь. Вода, огонь. Воздух. Аватар Анг. Блин, я не знаю. А, вот, смотри, чувак... А, нет. Подожди, я не понимаю, реально, куда сдавать то? Куда снег продавать? Алло. Алло. О, вот сел, я нашел, вот он сел, смотри, вот здесь. Кстати, еще на shift можно ускоряться, быстрее бегать. Вот сюда ко мне иди. Вон, чувак там. Не, не туда, не туда, не туда, развернись. Вот, вон, видишь, вон там чувак стоит. Вот, где большой снеговик, вон туда иди продавай. Там большой снеговик, и ты там, короче, будешь где продавать. Снеговик? Я снеговика не вижу. Большой-большой-большой снеговик, смотри. Вон там чувак стоит, да, вот к нему... А, он уехал! Он, вот он уезжает! Подожди. Вот он, смотри, вот он уезжает. Вот. Вот им продавать можно снег, подожди. Или еще я не понимаю. А что они не... Вот это, наверное, продавать можно. Нет. Надо ждать, пока они остановятся, что ли, или что? Вот, смотри, нет, чувак продал. Сюда, все правильно, иди сюда. Походу, здесь продается. Да, вот сюда. Просто... А-а-а, мы в снеговик. В снеговик добавляем. Вот, до снеговика добегай. Вообще жесть. Мы, короче, лепим гигантского снеговика. Все ясно теперь. Я все понял. Капец. Что так сложно? А где деньги пишутся? Я вот не понимаю. Где my money? Это что? Это я не понимаю. Где my money? Где мои деньги? Я не понимаю ничего, ребята. Капец. Это все старое. А, подожди, вот, все, я понял, на табе видно. А, у меня 260 денег и вот столько-то снега. Да, я понял. Короче, 200 накопишь, когда денег, Таня, ты сможешь приобрести такую же синюю штучку, как у меня вот сейчас. Поэтому и на shift можно, кстати, ускоряться. Ускорение, погнали. Нет, не ускоряется. Ускоряется, ну чуть-чуть, он чуть-чуть ускорение дает. Нет, слева ран, видишь?
Run Energy, типа это энергия твоего рана. Вот так продаем. Ран. Да, ран. Кстати, я, наверное, сейчас куплю себе побольше рюкзачок, потому что что-то 45 у меня сейчас быстро заканчивается. Так, ну-ка. 400 стоит. У меня нет 400, капец. Что-то дорого. Дорого тут все что-то стоит. Офигеть, конечно, здесь машины прикольные есть. Здесь можно это подольше зависнуть. Надо прям здесь можно развиться конкретно. Я продаю. Так, в общем, мне еще надо один разочек сдать, и я куплю себе по... больше. Кстати, там пэты есть. Ну-ка, я пойду прогуляюсь до пэтов. Или ладно, сейчас сначала куплю, а потом прогуляюсь до пэтов и посмотрим, что там за пэты вообще есть. Потому что значок питомцев, мне кажется, он не просто так там есть. И что за Blizzard? О, метель наступает. Ничего себе, сейчас метель какая-то будет. О, снег пошел, реально. Метель начинается. Так, что там у меня заполнилось? Нет, 39, еще чуть-чуть. Так, я покупаю медиум, бай. Хочу новую лопату. Бай, эквип. Сколько она стоит там? 200. Эквип, что он не экипируется? Эквип! Что он не экипируется? А, вот экипировался, да, все. Наконец-то экипировал, все. Снега все больше и больше на улицах нашего города. Здесь нужен какой-нибудь герой-спаситель. Как мы назовем супергероя, который борется с сугробами? Сноумен. Ну нет, это как-то слишком. Слишком просто, да? Слишком обыкновенно, да. Слишком обыкновенно, ну блин. Нит-код? В смысле нит-код? Алло? Пэт слишком дорогие. Слишком дорогие. Мини какой-то. Килл-босс надо убить. Что тут, короче, либо ачивка. Надо убить. Ну, типа, не по-русски вообще разговариваешь. Ну, типа, надо босса убить. Там, короче, за какие-то ачивки дают каких-то пэтов, каких-то надо донатить, каких-то надо покупать за супергигантское количество денег. О, что такое пугаешь? Ты что делаешь? Ты что? Ты где? Ты просто огромко все сказал. У меня истерика тут от твоего русского языка просто. Истерика, ну понятно. Я, короче, еще денег куплю. Что-то вообще долго фармятся, я не понимаю. Давай сдонатим. Еще донатить. Только в Роблоксе можно покупать деньги. Да, только в Роблоксе можно покупать деньги, да. Да блин, а что? А, вот сюда же. Блин, я вообще старые гуишки, которые были, наверное, в 18-19 году. Сейчас уже все современное как-то и проще. Так, все, закрываем. Я пошел покупать себе новую лопаточку. Интересно, вот эти машины меня могут задавить вообще? Нет, тут чувак только что около меня ездил. Он, если бы захотел задавить, он меня уже давно задавил. Нет, он же тебя не объедет как бы. Ну, не объедет, да, согласен. У тебя уже 180, ты почти накопила. Ну да, он насквозь проезжает, да. Вон он что-то пишет. Управление плохое. Вон, ему не нравится управление. Ну, а что сделать-то, а? Когда ты будешь убирать столько снега, конечно, управление будет плохое. Я побежал сдавать половиночку своего снега. Блин, мне надо, короче, 900, а у меня 763. Я доначу... У меня вообще 150 рублей. Ну, 180, уж не ври. Ну, долго тут копится. Я, типа, уже два раза донатил. Да, ты меня так-то уже догнала, ну, до того момента, как я первый раз задонатил. Я уже второй раз задонатил, и не могу никак на новую лопатку я накопить. Я уж как всегда. Ну нет, тут ну, без доната, батюшки, ребят. На новую лопатку не можешь накопить. Не могу накопить на новую лопатку. Хочу новую лопатку. Так, я пошла за новую лопатку, короче. А мне! Меня все тут достали, вы. Ну, я... В своих машинах ездить. Ну я тоже хочу тачку, давай. И давай. Ты со своей лопатой меня тоже бесишь. Тебе лопата. Тебе, кстати, сейчас можно никакого автокликера, ничего. Иди сюда, я сказала. Давай драться, на. Кто больше снега уберет, давай батл. Иди давай за лопаткой. Я пошла с лопаткой. Ну ладно, иди давай, а я буду собирать дальше снег. Блин, так долго копится. Пускай целый, иди сюда. Нет. Бежит за мной, нет. Иди я давай. Я сейчас покажу. Иди давай за новой лопаткой, нифига у челика. Как так разговаривать? Иди давай, давай, вон магазин ждет тебя. Потом я пойду. Но, блин, да иди давай.
пытается наказать Фредди. Не надо так. Так, я потеряла. Где магазин? Вот же, вот, ты прям рядом с ним. Иди, вон, дорогу перейди просто и все. А, где? Иди, вот, правильно идешь. Ты вход не можешь найти, а вот все. Мужик какой-то бородатый. Мужик бородатый продает лопаточки, все правильно. Я сейчас куплю уже следующую лопатку. Ну-ка, сейчас надо продать. Блин, капец. Ну, почти хватает, папа, почти. 110 она стоит, да? А я копила 200. Ты сказал 200. I'm sorry. Короче. Посмотри, сколько стоит. А, рюкзак стоит 400. Дороговато. Что ты сказал, тут не надо, да? Он просто собирает, да, ты просто бежишь, он собирает. Сюда, я пошел за своей новой лопаткой, понимаешь? Она 900 стоит. Вот это уже сейчас будет следующий уровень, левел, понимаешь? Сейчас я перейду сразу. Наконец-то быстрее началось копиться вот это вот все. Take item. Все, я взял. Ого. А сейчас мне надо нажимать, да? Да, слышишь, сейчас надо нажимать. А то я сижу тут такая, жду, пока накопится. Вот, ладно, а сейчас просто бегаешь, да, сейчас быстрее. Ну, сушка, у меня тоже вот эта лопатка прям довольно неплохая стала, ну, новая. Типа мы лопатку поменяли, совок, вот этот, да, который у нас был, совок поменяли на лопатку. Ну, слушай, неплохо. Эта лопатка мне дает по 6. Даже чуть побольше, наверное, побыстрее. О, что пугаешь меня? Тут Ваня ретро стоит. Да, вот у него совок конкретный, хороший. Куда пошла? Ну, кстати, могу здесь собирать? Пошла. Нет, а чё show to tick? Чё за тхик? Тхик, как переводится тхик? Почему у него какая-то вот горелка есть? Чё это такое вообще? Это, скорее всего, не горелка, это... Это у него молот, который вроде как идет как итем, просто украшающий твой персонаж. То есть вот в аватаре ты делаешь, там за робакс покупаешь всякие различные предметы. И это не игровой предмет, вроде бы, насколько я понимаю. Хотя, кто его знает, ребят, напишите в комментариях, как вы думаете, что это. Я думаю, что это какой-то предмет, который находится в каталоге Роблокса. Так, я почти снова накопил, у меня уже 185. Слушай, Таня быстро копит, слушай-ка, ты сейчас быстро накопишь. Но знаешь, прелесть старых игр в том, то, что в них развиваться очень сложно. Даже вот я сдонатив, типа не супер быстро-то стал прокачиваться, как вот в новых играх. В новых играх ты можешь ввести какой-нибудь кодик на пэта и все, станешь профессионалом сразу. А вот эта игра-то, она вроде как старенькая. Написано, что она вообще в 17-м году вышла. Но я в нее ни разу не играл. Собираем снега как можно больше. У меня уже почти 300. Но я не знаю, сколько там стоит следующая лопаточка и следующий этот инвентарь. Тебе, кстати, моя следующая лопаточка. 900. Тебе можно купить инвентарь, который увеличивает до 90 твой инвентарь. Он стоит 400. Тебе, в принципе, немножко остается еще накопить. Я сейчас посмотрю, сколько стоит следующий. 400. 1800. Офигеть. Слушайте, что-то прям вообще суперсложная прокачка у нас тут намечается. Ребят, если вы хотите, чтобы мы с Таней продолжили здесь качаться и развились тут до самого максимума, то обязательно пишите об этом в комментарии, и мы с Таней продолжим собирать здесь снег. Ну а пока, блин, дофига снега. Не справляемся простыми лопаточками, да, Таня? Ну, мне, в принципе, игра зашла, прям я бы поиграла еще, так что пишите, пожалуйста. Пишите комментарии! Всем, ребят, пока-пока!